Общее требование к занимающим, как карате. Не тратьте впустую свое время и время окружающих, если не можете серьезно и с уважением относиться к тренировкам карате кёкусинкай. Страх, неуверенность в себе, самолюбие и огромное количество комплексов вы можете побороть, только приступив порог дзюдо, постепенно изучая и познавая шаг за шагом карате кёкусинкай. Не надейтесь, что позвания и умения придут быстро. Приложите старания, трудолюбие и усердие для осознания истинного духа карате кёкусинкай. Знайте, что искусству карате кёкусинкай невозможно научиться по книгам и фильмам. Полноценная передача традиций боевого искусства карате кёкусинкай осуществляется непосредственно от мастера, учив в живом тренировочном процессе. Не доверяйте самоучкам и квалифицированным инструкторам. Выбирайте только официально аккредитованную федерацию с многолетней историей. Не допускайте сплетен, интриг и оскорблений в адрес других учеников, а также в адрес иных видов восточных единоборств. Помните, что какова бы уровня вы не достигли, вы должны вести себя вежливо. И уравновешенно, быть сдержанным, благоэтичным во всех ситуациях. Обязанность каждого ученика вести себя достойно, не нанося вреда репутации карате кёкусинкай. Запрещено применять технику карате кёкусинкай для причинения целенаправленного вреда другому человеку, за исключением тех случаев, когда в вашей жизни или жизни ваших близких угрожает реальная опасность. Уф.